Свою писательскую деятельность Сергей Левин начал еще в студенческие годы. Знаменитый анапский автор в первую очередь известен своими стихами и детской прозой. За 20 с лишним лет из-под руки писателя вышли 16 произведений. На последнее из них у Сергея Левина ушло 2,5 года. И вот сегодня его стенд в Центральной библиотеке курорта пополнился книгой под названием «Сказки из лесов кубанских». Для меня, как для писателя детского и в первую очередь даже семейного, самое важное, чтобы мои истории пробуждали в детях какие-то добрые чувства, чтобы они были наполнены теплым, мягким юмором, чтобы они были не только развлекательны, но и познавательны, чтобы читать их было увлекательно. Новая книга писателя состоит из 15 сказочных историй, которые знакомят детей и взрослых с флорой и фауной Краснодарского края. Яркое дополнение к работе – QR-коды, изображенные прямо на страницах. По ним читатель с помощью смартфона может узнать дополнительную информацию о зверях. Своей главной задачей Сергей Александрович считает возвращение в жизнь человека домашней библиотеки. Идею поэта уже не впервые поддерживает Николай Марарь. Депутат ЗСК в очередной раз подарил новые печатные издания библиотекам курорта. Это на самом деле мой большой друг, писатель. Я считаю, что культура, она должна быть в принципе превознесена, да, на определенный уровень в нашем городе, для того, чтобы дети обогащались этим. Такие традиции добрые, которые вот сегодня мы с вами наблюдаем, в принципе, до этого мы уже не раз дарили книги в библиотеке. Будем их продолжать. На встрече с детьми в Центральной библиотеке Сергей Левин не просто рассказал о своем литературном произведении, а прочитал юным слушателям несколько историй из книги, после чего ответил на все интересующие вопросы ребят. Я часто встречаюсь и в библиотеках, и в детскладах, даже и в школах, и идет такой взаимообмен. То есть я дарю свое творчество, свои выступления, дети дарят мне эмоции, дарят вопросы, иногда даже идеи, и вот мы так вот мы взаимодействуем, и я как бы отдавая, я сам наполняюсь другими силами для новых свершений, для новых книг. Теперь в распоряжении анапских библиотек 40 экземпляров сказок из лесов кубанских. Безусловно, мы начинаем читать еще с самого детства. Нам читает мама сказки, потом мы учимся в школе, потом в университете. Мы все время читаем, и очень важно, чтобы мы именно хорошую литературу читали. А в книгах Сергея Александровича есть интересные факты о нашем крае. Там тропинки, по которым ходишь и ты тоже, там море, в котором ты тоже купаешься, там узнаваемые места, которые мы все посещаем, и это здорово. Через его книги дети и взрослые знакомятся именно с нашим краем. 8 июля, в День семьи, любви и верности, Сергей Левин презентует свое произведение на Пушкинской площади в Краснодаре, а уже через неделю, 15 числа, книга будет представлена в Анапском городском театре. Никита Васюхин, Михаил Попов, Анапа регион.